Вы хозяин трактора? Нет, он хозяин трактора. Кто хозяин? Вы? Я хозяин. Да. Аграрии немножко запутались. Документов с собой нет, прицеп не зарегистрирован, целый букет нарушений. В поле это обронилось, все, и запахало, она в пахоте, потом ничего не найдешь и не восстановишь. Операция «Прицеп» не случайно проходит в сентябре-октябре. В осенний сезон крестьяне вывозят сено, солому, сельхозпродукцию. Водитель трактора Валерий Шумахер содержит 15 коров, которых надо кормить. В подсобном хозяйстве трактор – вещь незаменимая, только в данном случае небезопасная. Прицепы неисправны, фары не работают, тормозная система оборудована не по правилам. Ну а что касается оборудования прицепа, почему он в таком состоянии? Ни фонарей. За такой выступающий хендмейд Шумахеру придется заплатить штраф 300 рублей. Фермер говорит, нарушает, потому что нет денег на большой прицеп. Он стоит порядка 300 тысяч рублей. Перевозка сена, рулоны, в общем, мало входит в телегу, вот поэтому и делаем вот эти вот жерди, чтобы больше увезти за раз. На федеральную трассу они стараются не выезжать, то есть стараются пользоваться полевыми дорогами общего пользования. При каждом выездном рейдовом задании нарушители выявляются по несколько, то есть в зависимости, ну, практически каждый раз. В прошлом году по итогам рейда Гостехнадзора в крае более 300 водителей были привлечены к административной ответственности. Многие нарушения были устранены и, возможно, кого-то это уберегло от аварий. А вот случай в Шипуновском районе унес жизни нескольких человек. При неработающей световой сигнализации машина, трактор с прицепом поворачивал налево. Соответственно, при обгоне сзади идущий автомобиль не увидел поворота, и вот произошла авария. Операция «Прицеп» будет проходить во всех районах края до 24 октября. Итоги проверки Гостехнадзор озвучит позже. Ну, короче, земля ждет. Надо к весенним полевым работам готовить. Ирина Корчегина, Николай Шулко. День с толком.